Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и мы продолжаем наше прохождение Soulstone Survivors. Давайте вернемся к персонажу Псарь и пройдем с ним сложность 6 Шепчущей Рощи. У меня вторая пушка и, соответственно, навык картечь. Накладывается хрупкость. А где смерть? А что, мы без смерти играем? А, вот она. Еще одна картечь. Берем. Минус картечи, конечно, это низкая скорость атаки. Так, наверное, просто можно одной картечью и пройти. Только выбрались на природу, уже насекомые. Сейчас еще гопники подойдут. Не дадут пожарить шашлычки. О, цветочки ядовитые. Это, наверное, борщевик какой-нибудь. Картечь? Давай картечь. Последняя жизнь. Ну тогда же интереснее. И почти нет хп, но это все для интриги. Это телепортация за 4 хп. Подлечились. Одна хпшка. Вот это действительно интересно. Вот это интрига. Два противника, одна хпшка. Один противник. Уже 23 хпшки. Но это почти как одна.
Да уж. Ну, прохождение просто полный отстой. Вот эта картечь, это такое разочарование. Накладывает хрупкость. Я думал, что это прям супер крутая тема. В результате мудохаемся 34 минуты. Я потерял 2 жизни. В общем, фигня какая-то полнейшая. Немного поиграл с кассетной бомбой. Собачий укус. 500. Да можно без этих собак вообще. Только внимание отвлекают. Выстрел дробью. Такое ощущение, что намного эффективнее, чем эта фигня. Но эта фигня вроде накладывает хрупкость. Как ее оценишь? Ой, в общем, сплошное разочарование. Ну, хоть прошли. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.